Верк. Экспедиционный рюкзак для продолжительных лыжных походов из Китура. Выпускается объемом 60 и 100 литров. Вес рюкзаков составляет 2 килограмма и 2 килограмма 200 граммов. Рюкзак Берг изготовлен из высококачественной ткани кордура, производимой фирмой Дюпон по заказу Баск. В рюкзаке используется П-образный пластиковый каркас. Конструкция спинки с валиками и объемной сеткой обеспечивает хорошую вентиляцию при плотном прилегании рюкзака к спине. Съемные регулируемые плечевые ремни имеют анатомическую форму. Липучка является элементом дизайна и не несет силовой нагрузки. Дно рюкзака усилено прочной тканью кордура плотностью 1000 ден. Съемный клапан крепится двумя фастексами к фасаду рюкзака и тремя пряжками к спинке. Длина строп позволяет поднять клапан на достаточную высоту. Клапан на молнии имеет два наружных кармана, один из которых удобен для упаковки накидки на рюкзак. Две системы утяжки тубуса можно связывать друг с другом для более надежной фиксации при транспортировке рюкзака. Высота собранного рюкзака фиксируется длинным ремнем с фастексом. Пояс фиксируется застежкой фастексом. В модели Берг 60 пояс является съемным. На поясе расположены петли для оттяжек и карабинов. Вместительными боковыми карманами на молниях можно пользоваться, не снимая рюкзака с плеч. Для подгонки плечевых ремней по фигуре используются прочные пряжки производства компании Duraflex. Съемный фиксатор делает использование рюкзака более комфортным. В конструкции использована система «Актив». Подвижные плечевые ремни позволяют активно двигаться даже при полной загрузке рюкзака. Две длинные боковые стяжки и стропы предназначены для регулировки объема рюкзака и навески дополнительного снаряжения. Липучки на концах строп позволяют фиксировать их в свернутом виде. По бокам рюкзака предусмотрены специальные крепления для лыж. Вход со стороны спинки облегчает доступ в рюкзак, когда к нему пристегнуты лыжи. В верхней части спинки и между молниями расположены внутренние карманы и сетки. На фасаде рюкзака предусмотрены оригинальные крепления для ледовых инструментов. В модели объемом 100 литров на фасаде расположен большой плоский карман для легких вещей. Благодаря полиуретановой пропитке влагонепроницаемость ткани составляет 2 метра водяного столба. С помощью дополнительных ремней, не входящих в комплект, к рюкзаку Берг 60 можно прикрепить сноуборд.